Всем привет, всем доброе утро. У нас новый объект. Крыша нового дома. Вот такой стройматериал. Крыша большая, огромная. Размер точно не знаю. Марку я не ложил, отсутствовал. Потолок уже забрат, сделан. Хозяин дома сам сделал. Мы делаем крышу. Так, вот так выглядит. Потолок, так скажем. Первым делом ложим обвязку, пальцы выводим и ставим стропила. Дождик у нас прошел, немножко оторвал от работы. Но все равно положили мы обвязку по кругу, выровняли ее, прямой угол сделали, выставили пальцы, на которых будут располагаться стропила. Выпустили карнизы по 55 сантиметров. Вот таким образом. Сейчас высчитываем стропила, соединяем и устанавливаем первую. Установили одну стропилу. Длина одной стропилы 8,50. Сторона. Два ряда будет металла черепицы. Так, вот таким образом пошиваем карниз. Потом будет железом отделываться. С8. Установили мы стропила. 14 пар, тяжелые, 6-метровая доска, пришлось еще нашивать, 2,50 еще нашивали, чтобы получилось 8,32, по-моему. Пять 28 высота в коньке. Сторона одного склона 8 и варил 8,30, по-моему, забыл точно, чтобы легче было поднимать, так как тяжелые были, делали вот такую штуку, так нога упирается сюда и сюда, и поднимаешь, она не соскакивает. Последний, конечно, 3. Очень тяжело. Следующим этапом выравнивания и установка подстрапельников. Два ряда будут подстрапельники. Все установлены с одной стороны подстрапельники, так называемые. Подпорки. Вот как. И здесь коротенькие. Сделаны откосины кривые. Чтобы не уходило. Выровнены по ширине. Расстояние между стропилами 85 сантиметров получается.
Начали монтаж гидроизоляции, пара гидроизоляции. Сейчас первый ряд проходим и набиваем решетник. Производим монтаж решетника. Такие приспособления для облегчения труда, чтобы размер не замерять рулеткой. Вот. Быстро и хорошо. Вот какая конструкция. Палочкой два уголка по размеру. Сергей Викторович, подожди. Ой, видно. Все видно, я увеличил. Это когда по рулетке, не понимаешь по цифрам. Подошел к черепице, вот эту штучку приставил, где саморез крутится, ну, и прикрепил, да. Хуйнюшечки. Это когда по рулетке, не понимаешь, да, цифры, да. Не знаешь. У нас тут есть люди, удобно. Чеканак, они цифры там не учили. Вот, смотри, вот сюда сними. Вот он пилил 89, и она на 2 сантиметра больше. Попей, молодцы. Она не лезет. Но намного легче с ней. И доска лежит, не нужно держать рукой. И размер, не ошибешься. Все, одну сторону зашили. Подготовили к укладке железа. 25 штук. И тут 25. 25 досок, и здесь 25 6-метров, и серединка забрат, примерно 55 досок ушло. Все, закончили мы решетники с той стороны и с этой. Блин, машина, трасса, в детках. Сейчас я покажу с другой стороны. Следующим этапом будет подшиваться карниз за железом. Обрезаться будет, так сказать, здесь фронтонный карниз делаться. Как будем подшивать карниз за железом, покажу. Там тоже есть лайфхак свой. Хитрость, так сказать. Начали отделать карнизы металлом. Металл С8. Вот так пропиливаем. Загинаем. И прикручиваем как раз. Намного легче, чем два кусочка. Вот так вот прикручиваем. И уголочком накрывается. О, вот так выглядит готовый карниз. Вот таким образом выглядит со стороны карниз. Сейчас я увеличу немножко. Тоже подготовлено. Железо ложить, чтобы. Так, и здесь 50 отметили и опилили, подшили доски снизу, тоже металлом таким отделать. Подшили фронтонные карнизы металлом, уголком отделали и начали фронтон забирать сайдингом металлическим. Немного не хватило, придется уголок доставлять. Но он и по схеме стоит также. 40 сантиметров. А так 6-метровые листы. Так, увеличим. Попал в объектив. Михалыч, да. Вот. Больше никак не сделаешь. Леса у нас не достают. Высота
коньке 8. 8.50, наверное, да, 8 хэ. Вот так выглядит фронтон, заделанный сайдингом изнутри. По этим клеточкам мы монтировали сайдинг изнутри. Вот так выглядит весь чердак. Так, ну. Следующий этап — металлочерепица, укладка. Начали монтаж железа. Два ряда будет. Вот так приходится монтаж делать. Два этапа. Сначала низ, потом вверх. 4 с лишним один лист. Отсюда подаем и вдвоем, и вдвоем поперли по крыше. Так выглядит закуточный вид крыши. Какая полоса?